Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Хроники Китая. Вот. Подберем эту штуковину и пойдем наверх. Так. Так, охранник. Мощные атаки. Хочу выполнить перекат, чтобы совершить убийство сзади. Оглядывается еще, смотрите. Не-не-не. Уже забыл управление, пока отдыхал. Я же говорил, что перерывчик сделаю. Ой, до вечерка. Вот и все. Проблем нету. Надеюсь, по 110 раз фейлить не буду. Эту серию. Тихо. Тихо, братка. Стой, браток. Не смотри сюда. А, goddammit. Ты ничего не видишь. Чем его отвлекать? Его можно хорошо снять. Вот так вот. Не попадешь. Вот ты зовешь, никого же нету. А. Лёгся? Иди сюда. Красоте. Так, давай выйди отсюда. Спать. Это те, походу, сверху тут говорят. Вот так вот. Нервировал меня. Так. До тех двоих точно надо как-то отвлечь. Да ну тебе в пень, приятель. Какой же ты меткий. Еще потом нарезочку сделаю. Последний момент. Видел меня там, а решил смотреть по сторонам. Странно. Здесь интеллект работает. Искусственный. Так. Чё, люди проходили, и я смогу пройти, да? Так. Сейчас, наверное, ну точно какой-нибудь бронза мне будет. Да не это. И от этого лучше убегать.
Нету здесь никого. Расслабься, успокойся, иди по своим делам дальше. Я шунул, но... Идем тебя. Так, где же она? Вот она. Вот так вот, по красоте. Надо было так изначально делать. Просто по красоте. Ну, так и думал, что бронза. 50-й прошел. Да, мне еще пока таких запар не было. Так, что у нас дальше? По плану. Чтобы никто не нарушил покой этого места. Стражниками мне нужно убить их. Будет проще до него добраться. Убьем. А без вопроса вообще. Так этот ништяк надо подобрать. Оп. Успели. И нету человека. Так, ты отворачиваться собираешься? Не, не слышно. Так, и сюда. Если ты труп обнаружишь. Это я зря. Это я зря. Ладно. Ну просто так не снимешь. Так. Нет, я... блин. А это просто очень болевая серия, очень болевая. Даже пока он подойдет сюда. Давай, не стесняйся. Подойди сюда, ты ж меня здесь увидел. Так сложно? Чё ждать, пока этот пройдет? Я ж знаю, ты ходишь назад тоже. Не обманывай меня. То мне придется, знаешь, что сделать? Этого нету такого. Тут.
Давай потрачу. Серьезно, он не услышал? Ладно, по старинке. Этот. Но так просто не снимешь. У него есть heavy armor. А, подойди сюда. Так вот просто их можно отвлекать. Джимбо! Да не-не-не, дайте я залезу. А, маханул все-таки. Маханул пацан. Давай, мой офигенный стил, просто включайся. Опять 110 часов ждать его. Пока он там посмотрит, пока он тут посмотрит. Бум. Вот так вот. Изи. Это по старинке мы выманим. Давай, иди сюда. Так. О, но. Что-то нас сюда переместило. Что мы померли, да? Лена, плюшку получил слишком рано. Вылез. Все-таки лучше подожду. А сейчас он убился. Обычно так просто не снимался. Почему? Непонятно. Сейчас и нелегко. Ладно, приятель. Так, в окошко загляни. Казнен. Просто банально казнен. А здесь? Что у нас тут? Там ништяк какой-то? Ладно. Вот там нету ничего. Так, и друга своего позови сюда. Изи катка. Я не понимаю, почему он с первого раза не хочет их убивать в тех моментах, в которых надо. Thank you.
и что мне дальше? Вниз, наверное, по этим, по заборам этих. Так, прыг-скок, прыг-скок. Скажу-ка я наверх, возьму эту штуковину, которая позволяет нам между укрытиями перемещаться. Там Shift, Control. А лучше отхой на всякий пожарный. Можно было еще вернуться. Так. Понятно. Если открывается, то тогда закрывается. Если еще можно сдрыснуть, это все равно лучше. Я ведь прав, да? Тихо. Тихо, братец-кролик. А, я ж могу тут спуститься. Через окошко. Смотри наверх. Вот так вот. Хотел сделать это. Один. Только в окошко не смотри, а то запалишь. Тревога. Так, все. Про труп он забыл. Давай, приятель, подходи сюда. Приятель. А, то есть с определенного расстояния, я понял. Видели, там вопросик такой был? Давай! А! Бегом! С этим вообще реально сражаться или нет? Нереально. Ну, от ворот этих смысла нету. Шоу. Давай-ка сюда, в темноту. Я все, что они способны. Как бы этот ништячок подобрать? Через верх, наверное, пролезть. Давайте сходим. Заодно эту фиговину подберем. И эту. Дуделку.
А можно было там просто подтянуться. Оп. Так. Понял. Еще как-то так можно снять, что ли? Блин, что-то прикольно сейчас было. Ладно. Раз. Не, они походу все снимаются. Но главный момент споймать. Тот самый. У нас максимальная шкала Хеликс. Пятненько. Ждем. Зря я это. Все, задница мне. Одного заберу точно. А! Я должен выжить. Я обязан! Слышишь меня? Ёлы-палы, я это сделал. Кажется, все реально. Фига себе, герой. А что у нас тут? Значит, меняйте профессию, да? Не, я понял, что это там. Что момент такие. Надо этого еще снять. Может, секретик какой найду. Оп. Отлично. Вот и секретик. Все, можете со спокойной совестью дальше двигать. Тихо. Ты ж наверх не собираешься смотреть? А давайте знаете что? Я так подумал. Не в него, а в колокольчике. Тихо. Тихо, ребята, тихо. Пригнемся даже. Не, не так. Не так. Совсем не так. Тихо, ломай ему. Все. Все, что можно, ломай ему. Пипец. Его нам не надо. Так, взрывчатки нам тоже не надо особо сейчас. Пьем ништяк. Так,
вам куда? Давайте на слева сходим. Уже хоть куда-то направо пошел. Почему нам сюда? Тут уже половину отдала. Фух. Сейчас пройти. Да нет, блин, я хотел в колокольчик попасть. Да, да не! Так вот. Тихо, спокойно. Спокойно, тихо. Сейчас. Зайди сюда, к краешку, к этой же части. Тебя прям въебало. Все, конец тебе, старый. Где Джан Юн? Ближе, чем ты думаешь. А, ты что ли? Здесь. Яне. Думаешь, ты умна, думаешь, ты сможешь перехитрить нас? Мы знаем про Ван Ян Мина. Пока ты выслеживала меня, Джан Юн выследила его. Скоро ты станешь последним ассасином в Китае. Ух, эта серия получилась очень потная, очень. Мне даже придется, наверное, там что-то обрезать, потому что она затянется, и вам просто будет не очень особо интересно смотреть. Ладно, продолжаем. Посмотрим первую касценку, которая сейчас будет. И на этом закончим серию. Стража может вызвать что-то там. Крепление, короче. Если Джан Юн здесь, на Ньяне, я должна найти его, пока он не нашел Ван Ян Мина. Че, будем искать Ван Ян Мина? Не, пока тот не нашел. Все, на этом заканчиваем. Всем спасибо. Подписка, лайк обязательный. Пока.